потому что как поле было в очень плохом состоянии, и тяжело было играть, как мы обычно играем, внизу. Первые минуты привыкали к полю, а потом уже, когда привыкли, более-менее начали играть, ну, в софи, в футбол на чужой половине. Ну и начало получаться, в конце первого могли забить, ну и во втором уже дожали просто соперника, потому что они не могли уже.